Спикер кубанского парламента собирается баллотироваться в Госдуму. Накануне его зарегистрировали для участия в праймерис, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России». В списке 80 человек. Предварительное внутрипартийное голосование пройдет 22 мая. Победители праймерис станут кандидатами в депутаты высшего законодательного органа России от партии. Полный список участников, информация о дебатах и встречах с избирателями размещена на сайте партии. Напомним, ранее в праймерис были зарегистрированы глава Краснодара Владимир Явланов и мэр Новороссийска Владимир Синяговский.